была все поддержки. Пока счет 3-0, но еще 5 схваток. Надо бороться до конца. Победитель чемпионата России прошлого года, серебряный призер чемпионата Японии, обладатель Кубка Мира прошлого года. С Египтом борется Валерия Коплова, команда России. 22 года в спортсменке, 10 лет, занимается борьбой. Город Егорец. Перед Айчиком. Валерия Коплова, призер чемпионата мира, чемпионка Европы. No fingers. Red, action, red. Редакция. No fingers. No fingers. Fingers. Center. Red center. Red. Thank you.
Fingers.